Наше сегодняшнее мероприятие было посвящено структурированию бизнеса на Мальте. Особую актуальность этому мероприятию придает не только острая борьба государств за иностранных инвесторов, за иностранные инвестиции, но и требования и вызовы, которые есть перед украинским бизнесом. Традиционные структуры, существующие у украинского бизнеса за рубежом, на сегодняшний день не позволяют адекватно реагировать на эти вызовы. На сегодняшнем мероприятии мы пригласили наших коллег из Мальты. Было очень интересно. Мы обсудили тенденции, которые существуют сейчас в Евросоюзе и на Мальте. Обсудили те риски, которые могут возникнуть для компаний, которые имеют холдинги за границей. Наши гости из офиса КПМГ в Мальте рассказали о преимуществах нахождения украинского бизнеса и работе через мальтийские холдинговые торговые структуры и тех выгодах, которые они получат в краткосрочной, долгосрочной перспективе от ведения бизнеса через Мальту. Надеемся и уверены в том, что это мероприятие было очень полезным. Наши клиенты, бизнес-сообщество получили практические рекомендации, как действовать в той или иной ситуации. My name is Andres Ab. I am a partner at KPMG in Malta, actually the head of tax. We have come to Ukraine today for a presentation here organized at KPMG Ukraine. We have come here to talk about Malta, about the business opportunities in Malta. You may wonder, how about two Ukrainians working for KPMG in Malta? Malta has become so international that in our office alone we have 28 nationalities and there are about 20% of the working population are all international. That's because a lot of international business comes to Malta. With substance, we treat people working there. I invite you to learn more about Malta and the business opportunities it offers. Thank you.